В очередной серии Галкин рассказывает о результатах своего расследования следователю Федотову. Тот обещает разобраться, но его срочно вызывают в Москву, а дело о ДТП и вовсе закрывают. Галкин обращается за помощью к отцу. Советник губернатора поднимает все связи, чтобы заставить следствие возобновить расследование о гибели Юли. Красавец находит каскадера, который мог инсценировать подобное ДТП. Но отца Галкина задерживают по подозрению в получении взятки. А на самого красавца готовит дело о коррупционной деятельности.